Мария, здравствуй. Вчера мы уничтожили около 100 гитлеровцев, а 26 сентября более 300 немцев перебили из своих минометов, уничтожив две машины и станковый пулемет. Рота стала теперь целиком комсомольской. За Сталинград будем стоять до конца, до последнего. Но город удержим. А уж придется, жизни отдадим, но не отступим ни шагу назад. 29-й день воюю против немчуры в Сталинграде. Но умирать не собираюсь. Не хочется умирать. Хочется жить и побеждать. Борьба за Сталинград – это борьба за жизнь. Мы его не отдадим врагу, ни за что. Недавно я был аттестован на старшего политрука. А теперь подали на капитана. Пиши. Всегда твой, Н. Письмо политрука Данилова. Погиб 4 декабря 1942 года в бою за Мамаев-Курган.